18 декабря на территории спорткомплекса «Красная звезда» прошло торжественное открытие катка «Red Star». Это самая большая ледовая площадка Омска. Ее размер 150 на 85 метров. На первый прокат пришло около 1000 мячей. Ежедневно каток посещают дети, молодежь, взрослые. Сюда приходят с семьями. Приветствую всех, кто пришел сегодня на открытие такого замечательного катка. Сегодня это самый большой в Омске каток. Его площадь порядка 13 тысяч квадратных метров. Это такое прекрасное место, где можно прийти большой компанией, прийти своей семьей, отдохнуть. Организаторы, администрация «Красной звезды», они готовят разные сюрпризы для всех гостей, розыгрыши призов. Всех поздравляю с открытием. Приходите на каток чаще, приводите друзей и с пользой проводите время, занимайтесь спортом. В честь праздничного события была организована красочная программа. Ледовое шоу фигуристов, выступление театра огня. Лед у нас самый лучший, у нас два раза в день идет заливка льда ледозаливочной профессиональной машиной. В этом году мы обновили нож, который срезает верхний плохой слой льда. Мы подготовили большую программу, мы каждые выходные у нас проходят мастер-классы, розыгрыши призов. Мастер-классы, хочу подчеркнуть, от тренеров наших спортивных школ, городских, областных спортивных школ, которые приходят сюда и учат детей уже кататься, и зовут к себе на секции. Также все желающие могли принять участие в эстафетах и интерактивах. Кульминацией праздника стали катания под зажигательную музыку. Здесь очень красиво, здесь незабываемое ощущение. Просто эмоции прут. Здесь очень круто. Я тут только второй раз, и всем моим друзьям здесь тоже очень понравилось. Мы пришли в очень хорошей компании. Это мои хорошие подруги. Нам очень нравится этот каток. Нам нравится эта программа, которая здесь проводится. Все круто, супер. Приходите сюда кататься. В завершении программы состоялся розыгрыш призов от партнеров катка. В число самых ценных подарков вошли смарт-часы, различные сертификаты, беспроводные наушники и смартфон.